День украинской культуры прошел в воскресенье в областном доме дружбы. Его посвятили 25-летию независимости нашей страны. В фестивале участвовали городские и районные ансамбли. На концерте побывала и наша съемочная группа. Ансамбли 10 районных этнокультурных центров приехали в Петропавловск, чтобы принять участие в фестивале. В программе песни, танцы и национальные обряды. Многие коллективы уже не раз участвовали в таких концертах. К примеру, артисты из района имени Габита Мусрепова. Там два наших украинских коллектива, это «Трибита» и «Криница», они уже участвовали в фестивале этом, значит, республиканском. В этом году, 21 и 23 октября, там же, во дворце «Жастар» будет еще один республиканский. По результатам этого фестиваля мы отберем достойных кандидатов. На сцене квартет «Смерека» из Жамбылского района. В их репертуаре песни о любви и дружбе людей разных национальностей. Вместе они выступают 5 лет. А их руководитель Ирина Дробышева поет и сольно. В репертуаре огромное количество песен, которые исполняются под аккомпанемент баяна, где-то в количестве 36 песен. Песни эстрады 53, и акапелла мы не поем, потому что у нас нет музыкального образования, мы самодеятельный коллектив. В Северном Казахстане проживают около 30 тысяч украинцев. В нашем регионе эта диаспора занимает 3-е место по численности. Алена Подласова, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК.